Внимание! Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? С тобой, свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. А если по-плохому? Ну, а если по-плохому, то в связи с особой опасностью вашей банды я имею указание руководства живыми вас не брать. Ну, как устраивает тебя такой вариант? Сдаемся. Выходить по одному, перед дверью останавливаться. Дверь под прицелом, так что без всяких фокусов. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Стреляем без предупреждения. Пошли! Иду, иду. Выходи. Выходи. Куда? А на черной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нина и какой-то Жиган. Это было во вторник. Следующий. Следующий. Да. Стрелять! Уйдет. Стой, тебе говорят! Не стреляй!